6 мая 2019 года принц Гарри впервые стал отцом. Спустя несколько часов после радостного события супруг Меган Маркл поделился эмоциями с журналистами, рассказав, как сильно он восхищен подвигом всех женщин-матерей. Однако уже через пару дней член королевской семьи был вынужден вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей. Так, Гарри посетил больницу в Оксфорде, где пообщался с юными пациентами и их родителями. Эми Скаллард, которой посчастливилось поговорить с принцем, рассказала, что он находится на седьмом небе от счастья. Гарри спросил, когда у нас закончился капризный период, который обычно длится первые 10 недель жизни. Он привыкает к тому, что в его жизни теперь есть ребенок. И добавил, что Арчи уже стал неотъемлемой частью семьи, и он не представляет жизни без своего сына. Поделилась воспоминаниями Эми. Гарри пообщался с маленькими пациентами в Оксфордской больнице. Фото Legion Media. Сейчас Гарри и Меган живут в пригороде Лондона в особняке Фрагмор Коттедж. Поскольку им обоим придется проводить в столице много времени, Елизавета и выделила для супругов несколько комнат в Букингемском дворце. Там они смогут при необходимости оставаться ночевать. Но пока Гарри старается не отлучаться из дома надолго. Во время посещения соревнований «Игры непобежденных» он рассказал, что обожает следить за тем, как его сын спит и ест. Гарри признался, что первые 24 часа Арчи просто мирно спал в своей кроватке, а потом наконец проснулся. Сейчас Гарри не перестает улыбаться от счастья. Как и любой отец, он с горящими глазами говорит о своем сыне. Делился с журналистами друг принца Джей Чалмерс. Гарри и Меган мечтают, чтобы у их ребенка было нормально детство. Фото Legion Media. А вот Меган Маркл практически не покидает территорию Фрагмор Коттеджа. Она ухаживает за новорожденным вместе со своей матерью Дорией. По сообщениям портала Инуз, появление сына на свет только укрепило отношения влюбленных, и сейчас они уже подумывают о втором ребенке. Клэс Пост. 626 234 подписчика.